Ребят, всем привет! Снимаем видео специально для всех фанатов техники Apple. Хочу показать, что она иногда бывает похуже, чем Android. В общем, имеется у меня планшет iPad и обычный Android телефон Samsung. Смотрите, в чем заключается прикол. Открываю я TikTok. Да, аккаунты у меня тут будут абсолютно одинаковые, как на TikTok, так и в Инстаграме. Сейчас нам надо на TikTok найти длинное видео какое-то. Более 15 секунд получается. Вот, и давайте его репостнем в Instagram в Stories. Видите, обрабатывается отправка, значит. И все, дальше жму получатели, поделиться. Готово. В чем произошел прикол, если вы не поняли? То есть, вот это видео, оно явно длиннее, чем 15 секунд. Видите, оно длится уже долго. И когда я делаю репост в Instagram, получается, оно не разбивается на 2 или на 3 stories, а делается репост только первых 15 секунд. Остальная часть видео, она просто-напросто обрезается. А теперь все то же самое я проделаю, но на телефоне Android. Итак, открываю TikTok. Тоже ищу любое видео, которое длиннее, чем 15 секунд. Нашел еще одно длинное видео, теперь уже на телефоне. И жму поделиться. Выбираю Stories Instagram, как вы видите. И сразу видно, да, Stories будет разбито на три части. Жму поделиться, готово. И давайте проверим результат, когда видео будет загружено. И теперь я одновременно открываю свои сторис на телефоне и на планшете. Итак, первое видео это то, которым я поделился в сторис через планшет. Видите, идет эта сторис, и сейчас она оборвется. Вот, оборвалась и началась сториз другая, которую я загрузил с телефона Android. Она разбита, видите вы, на три части. Сейчас она закончится. Вот, и начнется другая. То есть, поняли, если вы делитесь каким-то видео и добавляете его в сториз через iPhone, у вас оно обрежется, а добавится только 15 секунд. А на андроиде такой проблемы нет, даже на самом дешевом андроиде. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.